Как дела у вас всех? Вот такая вот улица, типа Арбата. Очень миленько. Достаточно прохладно сегодня здесь. Нахлобучил шарфик и шапочку. И чешу себе. Ну, просто миленький городочек. Я бы тут жил с удовольствием. Когда-то здесь была синагога, но в 70-м году ее перестроили в кинотеатр. Очень красиво. Очень вкусно. Красота. Какой памятник. Не пойму еще, чему или кому. На меня все с телефоном смотрят, как на умалишенного. Как это я так посмел снимать людей? Что поделать? Тут тоже красиво-то. Хороший уголочек. Как же мне здесь нравится, ну это просто супер, очень красиво. А вон там пожарная вышка, по-моему, какая-то, наверное, или что это такое вот это, как вы думаете? Наверное, пожарная вышка. Через некоторое время мы увидим станцию. Классно пахнет там углем. И это мне напоминает детство. А здесь вот я не знаю, что такое получается. Какая-то, видимо, в древние времена туда въезжал поезд. Ну что, переходим дорогу. Попадаем на виадук, через который мы пойдем прямо над поездами. Сейчас посмотрим, откуда мы пришли. Уже аромат печки вагонной. И сразу мне это напоминает о детстве. Жили практически недалеко от переезда. Ну, это же не переезд, это какой-то такой. Паровозы туда в тупик загонялись. И диспетчеры все время переговаривались друг с другом. И пахло, соответственно, горелым, горящим углем. Было классно. А запахи, они сразу возвращают тебя в какие-то определенные отрезки времени. Вокзал. Красота. Ой, как пахнет. Вот и источник запаха. Вот. Прям видно, как
струится дымок. А с платформы говорят, это город, и вовсе он не Ленинград, а Брест.